Видишь? Меня пропускал. Поехали. Кто тебя пропускал? Вот этот белый. Кто он тебе даже посигналил сейчас? Как он тебя мог пропустить? Ты чего? Не, я посмотрела. Что он ты далеко. Я включила левый поворотник. И но ты же видела, я взялся за руль не просто так. Я же вижу, что не хватит у тебя расстояния. И он тебе даже посигналил. Тебя пропустил. Вот, красный Lexus, спасибо ему. Красный перед. Подъезжай чуть-чуть к стоплению. Все, стоим. А то мне еще, значит, я еще плохо ориентируюсь. Зеркала. Ну конечно. Расстояние еще плохо. Ну ты если утверждаешь, что он тебя пропускал, да, а для чего он тебе сигналил? Да, потом он сигналил. Я думал, у меня. Но он тебя не пропускал, он ехал, так и ехал. Пропускает, это притормаживает и фарами светит, моргает. Проще так назвать. Но эти большие машины, они никогда не любят никого пропускать. Да ее. Почему? Это от водителя зависит, а не от машины. Ну, я имею в виду машина и кто там сидит. Обычно у таких крутых они не любят. Машина дорогая, это не показатель.